Украинская певица Тина Кароль в белой пижаме показала смелый образ на новой съемке. Тина Кароль недавно появилась на светском вечере по случаю церемонии награждения «Лучшая песня года» в весьма экстравагантных и дорогих платьях от своих любимых дизайнеров. Причем исполнительница постаралась сделать акценты на фигуре, сообщает Политека.нет. Отметим, что с недавних пор у Кароль также появился свой магазин, который она активно продвигает и желает всячески доказать, что способна удивить не только на сцене. Ранее звезда уже занималась рекламой драгоценностей, телефонов, украшений для дома и так далее. Теперь же Кароль устраивает разные съемки для модной одежды из своих коллекций. В особенности часто на певице можно заметить светлую пижаму из мягкой ткани, состоящей из шортов и топа. Благодаря тщательному уходу за собой Тина Кароль выглядит превосходно, поэтому может позволить себе самые эффектные образы. На новых кадрах певица предстала в прозрачном платье с такой же накидкой, немного засветив лишнее. Тина, ждем вас в Баку. Ну просто вау, женщина. Все-таки как я обожаю эту красную помаду, прокомментировали пользователи сети.